Программа «Из глубины». Всем привет! Сегодня легендарный панк московский Чирик служит таким символом эпохи. Это без преувеличения. Это так, да. Панки из 90-х годов всегда с уважением относились к личности Чирика. Ну и, думаю, потомки должны, конечно же, знать, понимать и получать какую-то информацию, можно сказать, из первых рук. Хорошо, такой вопрос подписчики задают. За что? Почему такое погоняло, Чирик? Yes. В одном из интервью ты упоминал, что встретил первых панков на площади Нагина. Можешь ты об этом рассказать? Что это были за панки, что это были, как вообще все это было, как они выглядели? Познакомился ли ты с ними? Нет, это было очень офигительно. Я был тогда еще совсем мелкий, учился в школе неподалеку от этой станции метро. Тогда она площадь Нагина называлась, сейчас как-то по-другому уже не помню. Это был 1983 год, как сейчас помню. Я учился тогда в 9 классе. Пришел я как-то туда, смотрю, челы непонятные. Одни волосатые, другие с ирокезами, там третьи на скейтах катаются. Вообще, что за хрень? Вот. Стало интересно. Ну, туда подошел. Оказалось, что, в общем-то, это панки, это хиппи, это скейтеры. В общем, формировалась неформальная туса такая в России, которая еще... Тогда какая Россия? Тогда СССР, блядь. СССР – это вообще это пипец полный, блядь. Вот, подошел, пообщался нормально, ну, не отпиздили, нахуй не послали. Вот, посидели, даже портвейном угостили, хиппи, портвейном угостили, хиппи тогда очень любили портвейн. Вот, и так вроде как-то оно все завязалось, но панки это было что-то. Вот эти ирокезы, эти, ну, одежда вот эта вот какая-то... нестандартная, когда вот, ну, совок был совок, все ходили в сером, в каком-то говне, в каком-то вот фабрика-скороход, там, я не знаю, там, что там было, а здесь все цветное, все классно, все это так меня вообще порадовало, вот, и, ну, и решил я стать панком. Помнишь, может быть, и каких-то панков, которых вот клички их, и которых ты встретил? Да не, ну какие клички, какие панки, вообще сейчас уже ни хрена ничего не помню. Все там бухло, портвейн, вообще какие-то вообще непонятные вообще ситуации. Мусора винтили, еще береза, еще такая херь была, береза называлась, блядь. Это чмошники, ублюдки ебаные, блядь, которые, сука, блядь, они... Вроде челы, вроде как нормальные, но они панков, хипари, они тупо, блядь, ловили и выебывались, что, блядь, вы нарушаете наш советский строй. А сами, падлы, барыжили, блядь, всякой хуйней, блядь, типа, блядь, там, кепок, джинсов, там, сигарет, там, кэмэл, блядь, вот. Ну что, проверь. Выруби бандуру! Не слышу. Глуши музыку! Чего? Выруби, говорю! Руки убери! Ну чмо гамбургское, а? В чем дело? Да сядь ты еще! Фирма! На вот! Да, что это? Так, слушайте, сынки, по ночам и вникайте! И это, ну, блядь, что за хуйня? Ну, блядь, да хуй бы на них, и в рот они ебись, вот так вот, блядь. Извините за мат. После того, как ты вот это знакомство произошло, еще было, наверное, параллельно знакомство с музыкой с какой-то. Как вообще вот ты услышал тяжелую музыку, тяжелый рок, панк? Sex Pistols, в каком году ты услышал и от кого? Если вообще бельем не поросло.
Ну, Sex Pistols — это, конечно, очень-очень интересно, очень энергично, очень атмосферно так. Но к музыке Sex Pistols, к сожалению, не имеет никакого отношения. Sex Pistols — это шоу, панк-шоу с элементами музыки. Ничуть не... С этим трудно не согласиться, это действительно так. А тяжелая музыка? Тяжелая музыка. Я в свое время играл в группе «Мафия». Такая она до сих пор существует. Юрий Забелло, ее лидер, он выпускает, продолжает выпускать свои альбомы, причем очень интересные. Он не изменяет своему стилю, делает все очень качественно. Вот. Но тяжелая музыка – это тяжелая музыка. Откуда доставали музон, пластинки? Как вообще все это происходило? Ну, кассетный магнитофон перезаписал друг у дружки. Откуда вообще вот брались источники, оригиналы? Ну, откуда вот они попадали в тусовку? Ну, хрен знает, откуда оригиналы брались. А записывали друг у друга с кассетников. Ну, эти провод оба-оба, чин запись, вот тебе и музон. Электроника 302, там, я не знаю, там что там был. И нормально, все катило, и все были довольны. А за какими-то вот новыми направлениями или вообще новой музыкой как-то вот ты интересуешься? Да, да, вот очень интересно, в последнее время появились скретчи, вот эти. Вот, их можно отнести, ну, ритмический ударный инструмент, то есть комбинация вот барабана, скретча и бас-гитары создает вообще просто... Если, ну, за всеми-тремя инструментами сидят профи, просто непередаваемый эффект, то есть это супер. Вот новый музыкальный инструмент вот этот появился. Скретч — это больше же так к хип-хопу, к хип-хоп-культуре. Как твое отношение? Вот... Хип-хоп — это офигительная тема, это уличная культура. Ну, в принципе, хип-хоп, панк, это все одного типа культуры. Это уличная культура, то есть это... То, что рождено на улицах, это слушается на улицах, это вот кайф, граффити, вот все, дикое граффити, вот это вот, не красивый вот этот трафаретом, а именно дикое вот этот вот. В каком году вот познакомился вот с хип-хопом, или как вот произошло это знакомство? Ведь сначала же было достаточно такой четкий период, это там метал, метал-панк. Потом где-то вот к какому-то периоду ты, наверное, заинтересовался другой музыкой, или как это произошло? Ну, хип-хоп я, в принципе, услышал это, когда был Pepsi, Pager, MTV, вот это вот, да, вся тема Децл, Царство Небесное. Ну, конечно, ну вот он взорвал вот эту вот тему. То есть это был примерно конец 90-х, получается? Да, конец 90-х, да, нулевые. Было интересно. То есть это энергетика, вот это уличная энергетика, и не просто там каких-то уже закоренелых, там полуспившихся там стритеров, которые это, а именно вот молодежный вот этот стрит, вот этот катается на досках, на роликах, там все вот это вот бомбят, это был супер, конечно. Интересно было бы вот с кем-нибудь посотрудничать из рэперов, например, там, или с музыкантами, например, там, ты на басу, кто-то там. Вот именно чтобы это был рэп. Ну, я сейчас серьезно занимаюсь бас-гитарой, ага. Техникой игры на бас-гитаре. Когда я ее освою до нужного уровня, будет, да, вполне интересно, да, наверное, будет и с рэперами посотрудничать, и все это. Но это не сейчас. Пока это все наметки на будущее. Сейчас... 10 часов в день басуха, слэп, блин. Слэп – это самое интересное, что можно придумать на бас-гитаре. Ну, тут сложно поспорить по поводу слэпа. Еще по поводу участия в группе «Чудо-Юдо». Ты там одно время принимал участие. Можешь тоже вот рассказать, как это было, как вообще? Ну, понятно, что вы с Хэнком достаточно старые, знакомые там и... Ну, вот можешь сказать? Там особо ничего такого не было. Я тупо репетировал где-то какое-то время с ними, но что-то так не сложилось. Не сложилось. Да, ну,
А проект 33? 33, да. 33 был забавный, я даже с ним концерт, по-моему, один дал. Вот. Ну, тоже это, ну, немножко не то, что мне по музыке вот интересно. Ну, сейчас я плотно занимаюсь музыкой, сейчас, слава тебе, Господи, я наконец-то получил возможность не ходить на работу. А, это с чем связано? Ну, вот там свои там фишки какие-то. Вот. Ну, в общем, не хожу я сейчас на работу, а у меня хорошие, плотные занятия бас-гитарой сейчас идут. Дело хорошее. Да, и через какое-то время, я думаю, это даст результаты, я смогу публике предоставить что-то такое интересное и клевое, что было бы приятно слушать. Планируешь давать кому-нибудь, может быть, уроки, уроки на басу от Чирика? Я даю уроки, у меня есть ученики, то есть преподаю основы бас-гитары, основы слэпа. Всем зрителям себе примите во внимание. Ну, слэп, качественный слэп, то есть качественная постановка руки, вообще представление, что такое бас-гитара, то есть и вообще как ее пользовать, этот инструмент, вполне могу объяснить. Вот что тебе слэпом больше всего интересно играть? Какие, ну, не то, что интереснее играть, но вот ты, например, сел для души и начал что-то играть. Примерно вот. И прям, знаешь, там играешь, расслабляешься, там, можешь полчаса, час играть. Я еще не достиг такого уровня слэпа, чтобы играть им для души. Ага. Сейчас в основном это упражнение, это сложное. Слэп – это сложнейшая техника правой руки. То есть это мозоли, это боль в мышцах, это все очень сложно. Вот. Вполне возможно, что со временем я создам свою школу слэпа, но это все в будущем. Ну, уже такие планы есть. Как ты вообще относишься вот к этой последней тенденции, моде вот этой? Ну, то, что сейчас панк стал, ну, совсем другим, не таким, как раньше. Как ты вообще это воспринимаешь? Не, ну, времена идут, ситуация меняется. Что здесь можно сказать? Я очень положительно отношусь к любым переменам, лишь бы они были в положительном, ну, в положительной теме. Вообще, у нас есть интерес к какой-то современной музыке, если он есть? Или все больше по каким-то старым, проверенным? Не, ну, сразу скажу, я музыкант, я слушаю джаз. Я слушаю Иоганна Себастьяна Баха, я слушаю Моцарта, Вольфганга Амадея. Это для меня музыка. А все остальное это шоу. Это шоу. Где-то музыки больше, где-то музыки меньше, но по факту музыки нет нигде. Вообще нигде? Нигде нет. Музыка, если вы, господа, хотите послушать музыку, слушайте Иоганна Себастьяна Баха. Там музыка, там гармония, там развитие, там кайф, там можно инфаркт словить от этой музыки. Но это называется музыкой. А какие-нибудь отечественные классические музыканты, как ты к ним относишься? Или это находится вне сферы твоих интересов? Ну, не знаю, я, конечно, слушал и Мусоргского, и Прокофьева. Я в свое время даже в Путяге в Гнесинской обучался. А можешь сказать об этом поподробнее, про Гнесинку? Очень интересно. Ну что, окончил я 10 класс. Надо куда-то поступать. Вот. Ну, я уже тогда по музыке там что-то, по классической гитаре-то занимался, что-то делал. Хотели меня родители в Институт культуры в Благопрудное отправить. Благопрудное, ну, в принципе, недалеко от тебя получается? Ну, недалеко, да. Поездил я на подготовительные курсы, позанимался, там общее фано, там надо было там чем-то там слабать. Там это все, ну, там, естественно, все было проплачено заранее. Но что-то в конце концов я думаю, нахер мне это Долгопрудное, что за бред? Хочу в Гнесинку. В Гнесинку не берут. Ну что делать?
обустроился подсобным рабочим. В это самое. Благо у меня папа, царство небесное, имел кое-какой вес в официальных кругах. То есть он смог звонить директору Гнесинки, и меня взяли туда подсобным рабочим. Вот. Я сразу же записался на подготовительные курсы по своей классической гитаре. Ага. Вот. Ну и начал готовиться. Вот. У меня была прекрасная комнатка под лестницей, где я мог спокойно заниматься. Ко мне приходили там очень интересные музыканты. Там. Кстати, Филя Киркоров тогда учился тоже в этом месте. Помнишь его? Не помню, да, мы общались. Да, прекрасно. Вот. Замечательный человек, учился на мускомедии. Меня, кстати, тоже приглашали на мускомедию пойти. Ага. Считали, что у меня прекрасные данные для этого жанра. Но меня интересовала только классическая гитара. Ага. В то время. Может быть, я и сейчас бы был бы классическим гитаристом, но, к сожалению, травма пальца. А можешь сказать поподробнее? Ты вот говорил, что у тебя был выбор играть на басу или на гитаре. Когда сломался палец, случился, ты у тебя как бы... Ты за это выбрал бас. Можешь об этом поподробнее рассказать? Из-за чего? Как он сломался? Как это произошло вообще? Что за история с сломанным пальцем? Ну, палец сломался, ну, тупо попиздился на танцах. Охуячили монтировкой по пальцу. О, а где-то это было вот на районе, на танцах, или где-то... Не-не, это в Клопиздовке, в глубокой, там... летом, по сильному самогону. Вот. Ну, в итоге палец, вот он, вот гнется только в такой степени. То есть элементарные барре даже я взять не могу. Вот. Но бас-гитара меня спасла. Я занимаюсь музыкой, с удовольствием занимаюсь музыкой. Помногу каждый день. Вот. Получаю от этого удовольствие. А вот можешь рассказать про мафию? Ты говоришь, вот был у вас период, когда вы были вместе. Можешь подробнее об этом рассказать? Ну, мафия была в свое время весьма приличной, тяжелой группой. То есть была тройка. Черный обелиск, мафия и коррозия металла. Вот, мы обычно выступали, ну, в одной связке, в одних концертах. И было очень неплохо. И даже один раз у нас получилось сделать и коррозию, и черный обелиск. Это было в парке Горького. Приезжала тогда Zero Nine, финская группа, и, ну, нас на разогреве было, вот, и мы тогда сделали, мы подняли лучше, чем и черный обелиск, и коррозия, вот, была такая ситуация. Это какой год был? 88 или 89. Ага, ну уже прям перестройка прям. Сейчас точно уже не вспомню. Не, рок-лаборатория, это вообще это гениальное изобретение советского КГБ. Там Ольга Опрятная. Точно не знаю, но по слухам капитан КГБ была директором всей этой конторы. Вот, ну там было так классно. Там Петя Мамонов, такие там силы. Ну, было очень там классно. У нас даже база была, у этой, это Старопанкский переулок. Хорошее название. Да, да. Это вторая линия от Кремля. То есть это вообще было супер. Я даже помню, как первую зарплату получил в этой рок-лаборатории, там что-то, каких-то 70 рублей, я зашел в кафе, а там бутерброды с черной икрой по 40 копеек. Я набираю целый поднос этих бутербродов. Я их складываю в тарелку, мешаю ложкой, начинаю их жрать, бля. Это было супер, бля. На первую зарплату обожраться черной крылошкой. Вот, но это еще не все. После этого я 3 дня не мог смотреть вообще ни на какой хавчик. И черную икру я до сих пор как-то с каким-то отвращением у меня вспоминаю. Хотя черная икра это была... Настоящие, это были те времена, когда еще не было китайских глицериновых шариков. То есть, ну... Слушай, ну прямо в Советском Союзе было не так уж и плохо, может быть. Ну, в какой-то степени да, было очень интересно. То есть, было все дешево. Было так вот, я в Советском Союзе работал сторожем.
одно время. У меня была ксива ОВД, Мосгорисполком, короче, ментовская ксива, короче. Мент я был, грубо говоря. А на самом деле было там все так. Была такая типография, которую сейчас сломали, в Трехпрудном переулке. Это рядом с метро Пушкинская. И там интереснейшие челы собирались. Там Юра Орлов, это Николай Коперник. Да. Еще, ну, вот такого плана, то есть авангардная туса вот там собиралась. И я еще, когда работал в Гнесинке, я туда приходил тусоваться. И когда мне исполнилось 18 лет, я пошел туда работать. Получилось как? Я сижу так, приходит дяденька-милиционер, вот с такой вот харе, с таким пузом, ну, как обычно, у них стиль такой был. Вот, и говорит, ну, а что ты, говорит, сюда просто так ходишь? У нас, говорит, место сторожа вакантное. Говорит, приходи, работай сутки трое, 70 рублей зарплата, а если кого поймаешь, премия. Хуя ебёна, вот. Вот, я в своей Гнесинке сказал, извините, господа, я ухожу работать в милиции. Вот, и пришел, и, ну, там классно было, конечно. Вот, можно было заниматься по ночам, там, ну, вообще, чтобы тусы приводить никто не это самое. Проверка приходила один раз в день и в определенное время. То есть, ты тусишь там, я иной раз приводил там по 12 челов, по 15 челов. То есть просто вообще туса была. А там такая система была, комнатка, аквариум, где я сидел и пропуска проверял. И соседняя для отдыха. И вот из соседней для отдыха у меня там просто там с портвейном, там со всеми делами, там с клеем момент. Вообще клей момент это вообще отдельная история. Вот, но было очень так все забавно, так, конечно. Юра Орлов упоминал как раз по поводу Сополс. Говорит, там Чирик, Сополс. А можешь подробнее тоже сказать, тоже интересно? Не, ну а что там интересного? В те времена наркотиков особо никаких не было. Из наркотиков была водка, было пиво и был Сополс. Даже клей момент тогда еще не было. Вот, а Сополс мы воровали так. У нас рядом с домом была Чайка. Чайка – это химчистка, мега-гигантская химчистка, где там все делают. Там стояли мега-бочки с этим Сополсом. Вот. Что мы делали? Ну, приходили гвоздем хуяк, трехлитровую банку, этого Сополса 3 литра наполняешь и в подвал. Вот. А Сополс – это такая тема, что там много не надо. Там буквально на шерстяную тряпочку, вот пару капелек его дунешь и начинаешь нюхать. И тебя просто уносят, блядь, в такой, там ЛСД отдыхает, там вообще там все отдыхает. Это такая, такие вообще, ну, называется просто такие, блядь. Ну, кто помнит это, ну, тот скажет, короче. Насколько это среди панков было распространено, именно Сополс и вообще вот все вот такие штуки? Сополс не особо был распространен, Сополс был больше распространен среди ПТУшников, которые собирались по подвалам, которые, благо, были тайне закрыты, не было то ни терроризма там, ни анонизма там, ну, в общем, ничего-то а не было бы. Вот, подвалы были открыты, заходи, делай, что хочешь. По поводу вот выездов в СССР, вот поездки в другие города, я читал то, что ты ездил на металлопластику в Свердловск там в каком-то году. А насколько часто вообще происходили выезды вот, в другие города? Насколько это было привычно кататься, вот сесть и уехать куда-то там? Может быть, на море? Ну, одно время мы с мафией весьма плотно гастролировали. Ага. Был у нас такой Лёва Шумахер. Вот, он заряжал концерты, там умудрялся даже заряжать такие программы, что «Мафия», «Алексей Глызин» и «Ласковый май». Вот такими программами мы там ездили. Ну, денежки нужны, приходилось ездить. Хотя, ну, не понимаю смысла вообще таких концертов.
ну, кроме как финансовых. Ну, это вообще бред полный, конечно. Тебе тут интересна какая-то отдача, чтобы люди приходили, понимали, что они, что, зачем они пришли. Ты это имеешь в виду? Не, ну, в том дело, даже не то, что отдача, там, не отдача. Тогда были такие времена, что people ходил вообще на все, что не попадя, лишь бы какая-нибудь массовка там повеселиться, побеситься. Вот, то есть такого не было. Ну, не знаю, но все эти гастроли, конечно, больше финансовый смысл имели, нежели чем какой-то, ну, такой, что ли. Были выезды в Прибалтику в то время? В Прибалтике я один раз был в Риге, под Ригой это. Сарниково называлось. Ага. Вот, я туда на турбазу ездил отдыхать. Ага. Вот, напился как-то портвейна, меня рижские полицейские поймали, посадили, блядь, заразу, блядь, в темную какую-то эту хуйню. Я там насрал в угол. Вот. Ну, это вообще бред, конечно, полный. Вот. Ну, у меня что-то от Риги. Единственное воспоминание, вот, по сравнению с совком, где были очереди за алкоголем, там я мог спокойно подойти и выпить кружку пива без очереди. Меня это поразило. То есть, как так, пиво без очереди? То есть, это для меня это было вообще что-то из области фантастики. Потому что, чтобы в Москве выпить пиво, надо было встать в 8 утра, прийти, отстоять очередь, и, возможно, тебе достанется пиво, а, возможно, не достанется. То есть вот была такая тема. Вот, то есть Прибалтика, да. А так, в принципе, что? Море какое-то беспонтовое, блядь. Ну, сосны, как у меня на даче растут, такие же там песочек. Ну, хер, лабусы, ну, более-менее такие культурные. Вот, даже менты культурные. Не отпиздили нифига, поймали. Вот, в Москве поймали, отпиздили бы точно. Там не отпиздили. Прибалтика. Прибалтика, да, почти Европа. Как одевались панки 80-х московские? Какие вообще были отличия, может, отличительные черты? Как-то, может быть, были черты, отличались районы? В одном районе панки такие, в другом районе другие. Были какие-то, может быть, много разных тусовок панковских по Москве? Или они все были только на Ногина на тот момент? Панков всегда было мало. Так. Настоящих панков, ну, практически не было. И каждый панк из себя представлял индивидуальность. Вот, скажем, взять, к примеру, Жабера. У него вообще был свой стиль. То есть он там проклепывался, как-то еще там что-то делал. Вот там другие панки, там, вот Хэнка взять. У него там, ну, немножко по-другому там было. Ну, это можно из старых фоток там посмотреть. Там у меня это было вообще совсем по-другому. У меня был стиль там, ну, типа подвального ПТУшника такого вообще, вечно обторканного. У меня была телогрейка, разрисованная ручкой с синим цветом, там все это самое. То есть у меня был такой стиль. То есть каждый панк, он был дизайнером своего внешнего вида. То есть придумали, что-то делали, вылазили и тащились вот от того, что вот как они прикольно вот это вот все сделали. Конечно, совки вот эти вот ходили вот такими глазами выпученными, смотрели, вызывали милицию. Блять, это что это такое? Это, блядь, это же не по-советски, это заберите их, посадите их в тюрьму, блядь. Там вообще это был пиздец. Ну, совок есть совок. Но совоку это было интересно. При совке я умудрялся зарабатывать на перепродаже музыкальной аппаратуры. Скажем, какую-нибудь там ритм-машинку я умудрился покупать за 500 рублей, а перепродавать ее за 750 рублей. И получать от этого навар 250 рублей, что составляло трехмесячную мою зарплату за полдня работы. Конечно, совок это было супер, блять. Это единственное, что менты были очень злые, могли отпиздить. Дубинок не было, пиздили руками обычно и очень больно.
Вот. Могли подстричь ножницами, просто ирокез состричь в наглую. Вот. Могли штаны по это самое почикать. Да, просто совершенное хамство, ничего не боялись. И типа все типа как, ну, так и надо. Вот. Но потом случилась пристройка, и вроде как они подутихли. Их переносим вам искренние, значит, извинения за причиненный вам моральный, физический вред. Давайте, ребята, ваша очередь. Откуда вы научились женщин бить? Расскажите, как они извиниться пришли. Ну, я не знаю, то ли им сверху это Горбачев сказал, что типа хорош панков трогать, вот, то ли им самим просто остопиздило вся эта хуйня, блядь. Потому что что не делай, а панков все больше, больше, больше становится. Мода пошла на ирокезы. Школьники начали ирокезы себе стричь. Ну, короче, забавно. Больных отсутствующих нет. Кого нет? Больных. А что у тебя на голове? Волосы. Отец видел? Нет, он в командировке. Когда приезжает? Завтра. Хорошо. Елена Михайловна, а почему нельзя с такой прической, если ему нравится? А ты опять в брюках? Ну и что? СССР распался. Насколько вообще, вот, как ты относишься сейчас, уже спустя столько лет, к тому, что он распался? Вот то, что твое отношение к распаду СССР. Что это было и почему так, и твое отношение? Хорошо это, плохо? Ну, что я могу сказать? СССР мне запомнился длинными очередями куда угодно. Грязью на улице, абсолютным хамством, где угодно, начиная от продавцов и кончая там всякими там чиновниками и все. То есть, ну, простого человека в хуй не ставили. Вот, если ты немножко там, чуть-чуть начальник там, хоть там, я не знаю, даже охранник какой-то, это самое, он уже, он вот такой вот пыжился, как индюк, и начинал морить, блядь, как чего ни попадя. Вот. Вот. Но из положительных было, что хлеб стоил 20 копеек за батон, портвейн стоил 3 рубля, даже 2,20, белая крепкая. И не было никаких видеокамер, вообще нигде ничего не было. Можно было поссать в урну, и без палева никто тебя за это не привлечет. Ну, то есть, были свои минусы, свои плюсы, вот. Ну, конечно, самое неприятное было это вот хамство, абсолютное хамство везде и всюду. То есть, и поликлиники, и там, ну, все, что не возьми. Вот, ну, а так, ну, что, ну, совок... Не, ну о нем вспоминаешь уже с какой-то теплотой, потому что это может быть какая-то ностальгия. В свое время приходил там спорткомплекс Олимпийский, вот это мега-гигантское, мега-бетонное это сооружение, покататься на скейте, и там вот этот вот ветер дует, вот. Ну как-то это было прикольно так, ну приятно, вот типа энергетически как-то красиво. Вот, может, в этом было классно. Ну, по большому счету, конечно, ну, совок, ну, когда, блядь, джинсы стоили две зарплаты, ну, это... Джинсы отдаю по номиналу, даже с уценкой. Так, скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся. Полтинник, это 50 копеек? Она точно с Урала. 50 рублей. Кеды стоили
бэушные, 650 рублей бэушные, новые не знаю сколько стоили, 650 рублей, это очень дорого. У нас был случай в Медведково, я вот в Медведково живу, у нас убили чела для того, чтобы снять с него кеды, это пиздец какой-то, блядь. Когда, блядь, человека лишают жизни, чтобы снять с него кеды, это бред. Там какие преимущества, там, кто бы там ни говорил, там, советский строй, там все было пиздато, но когда убивают за кеды, я не знаю. Это как похоже на большую тюрьму, получается. Ну, не то, что тюрьму, детский сад какой-то. А вот такой вопрос, а вот в 80-х сколько стоили проститутки? Да, подписчик задал вопрос. 15 рублей дешевое, 25 рублей приличное. Задавали подписчики вопросы, приходилось. Вопрос неприличный. Приходилось ли пороть проститутку вдвоем? Да ну и нахуй, блядь. Мне еще платили, чтобы я трахнул. Идеология советских панков. Вообще, была ли она? Идеология советских панков. Пошли все нахуй. Слушай, такой вот вопрос. На твой взгляд, панк – это больше такое пролетарско-люмпинское или это какие-то игры интеллектуалов, больше интеллигентов? То есть вот в Советском Союзе среди панков вот было кого больше? Панк – это сексуальная ориентация. Да, это хорошая тема, я согласен. И на тот момент, где-то так к концу 80-х, вот среди панков было больше, условно, ребят из подвалов или ребят каких-то там таких... Не, были все и те. Ну, конечно, из подвалов было больше, но они не осознавали, что они панки. То есть они просто, это обычные ПТУшники, которые тусили в подвалах, там, дышали, там, этот соплос, бухали белое крепкое, там, портвейн, там, все это самое. Делали все там татухи. Вот у меня, кстати, татух вот с тех времен, их целая куча у меня. Это было прикольно, это было классно. Там никто не трогал. Вот в подвал залезли, там тусят, там что-то делают, и это все нормально. Это где-то был подвал, локальный подвал, или его где-то вот как-то есть? Были везде подвалы. В те времена подвалы не закрывались. В любой подвал можно зайти, на любую крышу можно зайти. Там не было террористов, не было там Бен Ладенов, там не было всей этой, блядь, хуйни какой-то, блядь. Все было просто там. Захотелось тебе портвейна пузырь жрануть, ты вон спускаешься в любой подвал, блядь. Бахово, блядь, выходишь, и все хорошо, и все пиздато, блядь. Если не смотреть, что, блядь, насрано вокруг, то вообще все остановилось просто охуительно. Ты в самом деле комплексуешь своей биографией? Самую малость. Я в ПТУ человек, а вы здесь пенечки с глазками. Вас жалко. Стал бы я от жалости с ума сходить. Ты бы, Коля, не стал. Ты у нас умный. Это я дурачок, а я стану. Нашел о чем вспомнить. Молодой! Объясни человеку про память. А можешь сказать, вот как с Дергуном произошло знакомство? Ну, с Дергуном. Они жили в соседнем подъезде. Их была многодетная семья. Вот, ну, родители злоупотребляли алкоголем. Вот. Ну, Дергун жил, можно сказать, на улице. Вот. И как-то так получилось, что мы с ним познакомились, начали общаться. А потом, эти родители продали квартиру и куда-то там исчезли. В итоге Дергун оказался голодный, холодный, посеред Москвы. Вообще вот так, Я его взял к себе, и он прижился у меня, и так и прижился. Вот этот трискелеоны, кстати, вот волчий крюк, он есть и у тебя, есть и у Бандерлоги был. У деда вот тоже панк из Коломны, который вот, у него тоже на лбу рассказывал, говорит, вы там выпивали, и ты ему набил на лбу.
А вот то есть это тоже какой-то прикол или просто вот так случилось? Да нет, не я им набил это, ему или Дергун набил, или еще кто-то. Вот. Ну а так это, ну просто круто, блядь, новый какой-то значок интересный. Ага. Раньше не видели, давай набьем, набьем. Свастики у советских панков, что это было? Это был какой-то протест? Или это было просто вот желание максимально табуированную тему в Советском Союзе вот поднять? Или это какой-то там фашизм, ну, условно? Да нет, это назло властям просто. Типа, свастика считалась неприемлемой в Советском Союзе, и все. А вот назло сделать, вот назло, вот, ну, тому, что, блядь, за портвейном очереди, за то, что, блядь, все вообще вот не так, как хочется. Вот тебе свастику, блядь, зараза, вот нарисуем, вот. Вот тебе, блядь, на входе в твой офис, блядь, ебаную свастику нарисуй. Вот, только так. Вот, сам фашизм панки никогда не придерживались. Вообще, панк и фашизм – это диаметрально противоположная тема. То есть, ну, тут вообще ничего. Панк – это полная свобода, фашизм – это полная тоталитаризация. То есть, здесь ничего общего быть не может. Вот, ну, хотя свастика – это такая фишка, которая появилась еще лет так тысяч за 10, наверное, до того, как письменность там, ну, вообще, в принципе, появилась. Это еще там из прошлых каких-то этих, как они называют, там, в Индии, там слоны, там санскрит, там и всякая херь, блядь, в этом роде. Я не особо понимаю, просто не специалист. Но специалист вам может легко объяснить, что такое свастика у индусов и там что такое в этом роде. Тут спрашивают, справедливо ли мнение, что скины и панки братья? Нет. Скины – это тоталитаризм, панки – это полная свобода. То есть это вообще это диаметрально противоположно по идеологии. Вообще вот со скинами, то есть когда вот у тебя появились знакомые, знакомства среди скинов или когда твои... Да они всегда были у меня среди скинов знакомые, я никому не отказываю знакомства. Вот. Но у них свои мысли, у меня свои мысли. Политика. Интересно ли, нужно ли человеку обычному этим всем интересоваться, разбираться в этом? Насколько это вообще важно панку? Нужно ли панку в этом что-то понимать, на твой взгляд? Какая такая политика? Любая. Не, я вот помню насчет политики, да, я в свое время интересовался. Был такой, как же его, этот, еврей-то, Слава КПСС, во, вот по политике главный был. Вот там, да, вот помнится, вот, ну, так, да, вот было, да, политика, да, была. Вот, а вот сейчас что там политика какая, я даже хрен не знаю. Вопрос про море. Море, как вообще-то к морю относишься? Такой вопрос вообще не в тему на самом деле. Ой, блядь, там в море кусачие медузы, блядь, такая тварь поганая, блядь. Это, упаси Господи, ну и всякие уебища эти морские. Я этого моря, не, я, конечно, отдыхал, я и в Ялте, в Сочи был, вот, но, ну, конечно, вот эта вот мерзость, вот эта морская, блядь, ну, ее, к ебени бабушки, вот так вот. А вот поездки или там полеты в другие страны, нас на самолетах, как вообще, вот, интересно? Стишок есть такой. Раз, пошел турист посрать, кракоблять за сраку, хватит. Я поэтому так вот как-то вот в Москве живу. У меня вот дача на Оке, есть вот туда езжу. А вот эти вот всякие эти поездки, ну, хрен, может, я, конечно, что-то не понимаю, но что-то как-то, да, не мое. Я понял. Как лето наступает и на дачу там, или как? Там какой-то есть огород, или, может, хозяйство какое-то? Ой, ну какой огород? Ну, что, я похож на огородник. Не, ну, может, там, для души. Не, ну, если бы, конечно, было бы разрешено, как в Голландии, взращивать определенные культуры, я бы с удовольствием стал бы колхозником, бы и взращивал бы их бы круглосуточно.
Вот. Но поскольку наше законодательство не позволяет нам такое исполнять, вот, поэтому я вот как-то больше люблю ботанический сад, ВДНХ, там, кстати, шахматный клуб прекрасный новый построили. Вот, я туда хожу играть в шахматы и ходить, вот, рассматривать всякие растения, незапрещенные в нашей стране. Ты неоднократно упоминал то, что ходил в шахматный клуб на Арбате. Вот шахматы, когда ты, ну не то, что познакомился, а когда вот тебя прям заинтересовала эта стезя, то есть когда ты понял, что шахматы, это вот тебе это интересно. Ну, папа меня научил в шахматы играть лет в 5 или в 6, я уже сейчас точно не вспомню. Ходил в кружок в шахматы, занимался. Сдаетесь, так и говорите! Товарищи, у меня все ходы записаны! Контора пишет! Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Это где-то на районе кружок или куда-то есть? Не, на Ленинские горы ездил. Там был Московский городской дворец пионеров. Это же юго-запад, вообще другой конец Москвы тебе. Ну, на метро. На метро там офигительный эскалатор. Я на нем катался, мне так все это нравилось. Вот. Я стал перворазрядником, ко мне там лет 13 было. Вот. Потом что-то как-то у меня, ну, надоело мне это хрень. А потом опять стал играть в шахматы, стал ездить в шахматный клуб. Шахмат такая фишка, типа как наркотик. Один раз подсядешь, все, уже не выключишься с него. Это... Шахматы – это трехмерные шашки. А много вот панков, которые играли с тобой в шахматы? Я не слышал, чтобы кто-то из панков играл в шахматы. Это... Может быть, там с Дергуном играли? Не было такого? Дергун очень хорошо умел играть в шахматы. У него было свое видение этой игры. И если бы он занимался бы ими серьезно, он бы вполне бы смог стать, может быть, даже мастером спорта. Он был очень талантливый шахматист. Вот. Но ему это не нравилось. Он играл просто вот на раз, но он умудрялся обыгрывать серьезных шахматистов. Он как-то упоминал то, что играли в шахматы, и, не знаю, может быть, кстати, это и байка. И кто проигрывал, того пристегивали наручниками. Не было такого? Не, может, где и было. Это обычное... Обычный прикол подвальный, ПТУшный, вот это вот, что если появлялись на тусе наручники, то есть это все, это веселуха начиналась полная с этими наручниками. Это сейчас наручники можно купить там в любой палатке, а там при коммунистах там наручники, это я не знаю, это сейчас... Спецсредство. Да, автомат Калашникова сейчас, наверное, проще купить, чем в то время наручники. Вот, и да, если там появлялись наручники, естественно, начинали все с ними прикалываться, там, все это самое. Я и сам в этих наручниках там висел, там, иной раз, там, всю ночь подряд, там, по приколу. Ну, так вот, возьмешь, проиграешь, там, висеть всю ночь, тебя бах, пристегивает и уходит, и утром приходит, расстегивает. Ну, батарея или как? Ну, да, ну, к трубе, там, какой-нибудь батарея, там, да, ну, такие темы были. Слушай, такой вопрос. Много подписчиков задают вопросы. Всякие панковские ритуалы, которые были в 80-х. Там, знаешь, прописка, веснушки, конопушки. Что это такое вообще? Откуда это вот берутся это корни, слухи этих штук? Было ли такое похоже там на прописку среди панков? Или это какая-то байка? Это легенды. В основном это легенды. Если, может, где-то и было, то есть это, опять же, в каких-то ПТУшных тусах, в каких-то подвалах, в локальных каких-то темах. Вот, но так в глобальной панк-тусе это такое не практиковалось. Ну, ты слышал про такое, про какие-то вещи? Слышал и видел, но это, я говорю, это просто на отдельных тусах отдельные приколы. То есть у каждой тусы, ну, в каждой избушке свои погремушки, как говорится. Здесь так, здесь сяк, здесь там эдак. Вот. Где-то это было, естественно, на ровном месте такое не возьмется. Вот где-то было там всякие там, ну, фекальные приколы там на какой-то тусе есть, но они
Есть, значит, есть. Ну, обосывался ли ты по пьяни? Если нет, то расскажи про знакомых панков. Бывали ли такие случаи? Если... Я нет. Ну, бывали. На тусе бывали. Кто-то сильно обожрется, обоссался. Ну, что, ну, обычный день. Вот вопрос про монстр рока в Тушино. Какие впечатления? Я думаю, что вот это было запоминающееся событие. Вот интересно твое мнение, твои впечатления по этому поводу. Ну, у меня в то время была гнилая копейка с черной крышей. Черный покрашенный, в смысле? Я ее купил с черной крышей. Хер его знает, покрашенная, не покрашенная. Вот, приехал я на этой копейке к своему другу, музыканту волосатому Саше. Вот, мы в мафию с ним играли, все. А он жил как раз через дорогу напротив вот этого Тушинского поля, где вся эта херь вот эта самая. Вот. Ну, припарковал машину, со мной туса приехала, там 4 человека в салоне, 2 чела в багажнике приехало, короче, заползли мы на это самое. Вот. Напились, накурились, ну и пошли занимать места на это поле. Пока еще там менты там отцепление не выставили. Вот, там уже, кстати, нормальная толпа была, уже там чел, палатки какие-то все разбивали, все. Пришли, там, нажрались, там, это самое. Вот, ну и потом, ну, смотрю, там, это самое, все это сцена, все там выходит, там, саундчеки, там, лобают, там, все это самое. Вот, пошел, ну, слава богу, там, такая группа Эст, в то время была тоже, они играли, Жан Сагадеев, Царство Небесное. Вот, мой хороший приятель, ну, в общем, я прополз туда, бах-бах туда, за сцену, в вип-зону, вот, там, наверное, там вообще прикольно было, там Костя Кинчев стоит, косяк забивает рядом, полковник, это мусор, блядь, с этим полковничьим погонами стоит, так на него Костя, а ничего, и боится им что-то сказать, нихуя, Костя Кинчев косяк забивает, блядь. Вот, нормально, ну, там такие приколы. Потом там кидаться из толпы начали, это, бутылками, да. А там мусора стоят, это самое. Вот, и мы прям под них присели, вот, они у нас как живой щит там, что это. Ну, так забавно было. Ну, Металлика прозвучала плохо. Не понравилось. Металлика плохо прозвучала. Эст вообще отвратительно прозвучал. И сидись просто, это просто супер. Ну там, походу, под сидись все было настроено. То есть это как обычно. То есть весь разогрев звучит хреново. Вот, а это power и все звучит там. Ну да, и сидись там прям более прям на волне. И сидись, это ну. Ну, это просто было супер, конечно, и сидись. Вот. Единственный раз в жизни я вживую, конечно, слышал. Вот это было что-то. Какие-то еще, может быть, вот запомнились, кроме Металлики и сидись, кто-то как-то. Какие-то, может, впечатления вообще общие? Но какие впечатления? Это одна непрерывная пьянка. Пьянка об кур непрерывные. Вот это вот. То есть это никто не спал, никто ничего. То есть пили, курили, пили, курили, слушали там, что-то тусили там, что-то татухи даже друг другу, иголки там делали там, Металлика там, джи, сидись, чел одному на лбу и сидись, набили там мелкому, блядь, вообще был супер. Ты потом видел этого чела? Или он так? Не видел, просто, ну, просто тупо пьяному мелкому челу взяли, блядь, и сидись, на лбу набили, блядь. Вот, ну, нормально было, блядь, типа, вообще круто. Не, забавно, конечно, это, ну, это, наверное, самый супер, что вообще в этой стране вообще происходило, вот, за вот этот промежуток времени, вот, ничего подобного, даже близко нельзя придумать, что вот тогда сделали. Это, не знаю, Стас Намин, по-моему, исполнил вот это вот все, но это было супер, конечно. А вот ты упомянул про копейку. Ты еще как-то говорил, что была победа у тебя, да, кажется? У меня была победа. Можешь сказать, потому что, мне кажется, ты с машинами, интересуешься машинами, и вот как-то там... Да, я, в общем-то, неплохо разбираюсь в кузовом ремонте автомобилей. Одно время даже я работал в дилерском центре.
по кузовному ремонту автомобилей. У меня была Победа, у меня была 21-я Волга, из таких, из приличных автомобилей. Ну, потом, ну, всякая хрень жигулевская там была, на ней ездил, не ездил. Пока, наконец, меня все это не заебало, я все, от всего этого избавился. И начал ездить на Собянинском метро, которое он офигительно сделал, где сейчас нету ни толпы, там, ни килик в банке, как это было в свое время-то. Я вот помню, когда ездил заниматься шахматами в этот дворец пионеров в Малинских горах, на проспекте Мира, на пересадке, можно было поджать ноги, и тебя просто толпа тащила до эскалатора просто. И ноги отдыхали, то есть я просто тащил. Сейчас, конечно, такого нет, сейчас более-менее все это прилично. Ты заходишь, и, ну не погано зайти туда, и вполне можно пользоваться этим общественным транспортом. Вообще, конечно, респект Собянину, что он это сделал. А как вот вообще, вот, ну, если сравнить, ну, не то что жизнь, но вот то время, потом 90-е, нулевые и сейчас, вот какое время более удобно для жизни, более комфортно, может быть, более спокойное, вот на твой взгляд? Не, ну сейчас это вообще, это вот в то время вот этот совок, то есть пройти по улице было, не получив пиздюлей, весьма сложно. То есть в каждой подворотне стояла туса отмороженных, блядь, гопников, которая хотела либо тебя ограбить, либо просто тебе дать пиздюлей ради развлечения. Вот. И это, в принципе, это никак не наказывалось. Если ты даже пришел бы в милицию и сказал, что вот так и так, на тобой бы смеялись, сказали, ну а ты туда не ходи в эти вот подворотни, и не будешь пиздюлей получать, и все будет хорошо. Вот. Сейчас, конечно, такого нет. Да, и это, не, вот это вот уличное, это даже не преступность, а это вот уличное, вот этот вот беспредел, вот этот уличный. Вот этот при совке, он больше всего, конечно, раздражал. То есть, я помню 80-е годы, конечно, 80-х, я ходил так, у меня была косуха, цепь большая на замок, застегнутая на поясе, а за ней топор вот такой вот здоровый. Вот я вот ходил и ходил вот так вот, ну, то есть, что вот эта вот хуйта, вот эта вот гопота меня пугалась просто, что ко мне не подходило. Потому что если ты идешь без топора, тебя по-любому, блядь, охуячат, у тебя отберут кошелек, у тебя отберут там все, что угодно. То есть вообще времена были жуткие, конечно. Это... Топор помогал? Было такое, что прям, ну, наверное, было? Топором никого не бил. Хватало просто внешнего вида вот этого предмета того, чтобы ко мне не подходить. Ну, татухи на лице, этот топор, косуха, цепь, в общем-то, гопники шугались. Ну, я бы тоже испугался. Да, ну, нахуй надо подходить, блядь, ебанашка идет, блядь, топором сейчас хуячит, ему ничего не будет, типа. Косух, вот я заметил, что в разное время фотографий у тебя было много разных косух. Как они вообще доставались в то время? Это же было достаточно... Да, косуха, в те времена косуха стоила 1500 рублей. О. Мотоцикл Ява стоил в магазине 1100 рублей. У барыги мотоцикл Ява стоил 1500 рублей. И косуха кожаная стоила также 1500 рублей. То есть это была страшно дорогая фишка. И без комплекта топора в придачу в ней ходить было чревато того, что тебя из нее просто тупо вытряхнут, блядь, из этой косухи. Гопота. Да, гопота. Гопота была буквально везде. Вот, начиная там от окраины, кончая там центром. То есть они себя чувствовали вольготно, их никто не трогал. Потому что, в принципе, менты была та же самая гопота, только переодетая вот эту серую форму. То есть у них психология была та же самая. Они были сродни, гопота и менты вот эти вот, они были сродни по психологии. То есть они понимали, что панков надо пиздить, блядь, и они совершенно не препятствовали вот этой гопоте. Ну, панк оттуда правильно сделал, нехуй, блядь, чё он, сука, блядь, здесь подстригся, он чё, блядь, самый умный, что ли, нахуй, блядь.
Вот, вот это была психология вот того времени. Это, конечно, была жесть полнейшая. Цирюль не открыта. Будьте прытки, какой стоят. Да, спокойно, спокойно, не бойся, не дергайся. Обратите, пожалуйста, внимание на это безобразие. Нарушает форму одежды. Правильно, ребята. Под Котовского его. Под самый корень. Сволочь. Ну, сейчас не больно. Тихо. Товарищи, что здесь происходит? Что вы к нему пристаете? А ну прекратите насилие сейчас же. Пускай стригу. Кто пускай стригут? Парень ходит. Да ладно, заглохни. Иди. Да у вас самого не растет. Прошу, что? Идем отсюда, не связывайся, оставь их. Где милиция? Ну, и вот в 90-е уже с этим стало гораздо проще, и панков вроде как стало побольше. Ну, стало проще почему? Потому что более-менее люди начали себя осознавать как личности. Хоть если были личности там не совсем законные, а больше криминальные, которые сейчас называются бандитами. Но тем не менее, вот эти бандиты, они вроде как, а мы вот такие вот, и пошли все нахуй. Если кто им что-нибудь не говорил, они в рыло били, блядь, они были накачаны, и все. И уже после этого, уже вот эта гопота, она уже поприсмирела, потому что вот ты сейчас подойдешь, выебнешься, а тебе или в рыло дадут, или там пушку достанут, и тебе 9 грамм в башку засадят, и вроде как все так и надо. Ну тогда не разбирались, да. Да, не разбирались. И стало поэтому попроще. Гопота попритихла. Вот, хотя, конечно, ну нехорошо, бандитизм, все это самое. Но бандиты гопоту они немного поставили на место. То есть ты вот думаешь, что как раз схлынуло все вот это вот именно из-за бандитов? В общем, да. Потому что стало оружие огнестрельное попадаться, стали попадаться газовые пистолеты, вот пошли уже какие-то. И гопота понимала, что можно тупо в морду получить заряд того же этого самого газового заряда там, или там с этими железными опилками. Там. Вот, и они уже стали беспокойнее. 90-е время было беспокойное и веселое одновременно, и в то же время страшное. Много чего было плохого в 90-е. Вот какие у тебя ощущения? Вот 90-е, что? Одним словом, если так вот описать. 90-е это был кайф. 90-е, да. Это, ну, 90-е я больше своего времени жил на даче на природе. Вот. И было все так весело. Появился спирт-рояль. Не было ничего, не было алкоголя никакого. Вот, алкоголь стоил 25 рублей у таксистов, пол-литра этой водки, которую там, не знаю, это смешно. И вдруг появляется спирт-рояль. Никто не понимает, это что, это приколы или подъем. Но это 300 рублей. Бутылка – это 5 бутылок водки за 300 рублей. Вот, это было, конечно, очень интересно. И ты, получается, вот большую часть 90-х прожил на даче? Или, то есть это... Ну, летний сезон на даче, зимний сезон в городе. Ну, тогда я прекратил музыкальную деятельность, я занимался частным извозом. Тогда были такие времена, что за 2 дня бомбимши можно было заработать себе месяц житья на даче. И еще можно было поить всех, кто на вытянутой руке от тебя находится, спиртом рояль. То есть я вот 3 дня бомбил, 2 ящика спирта рояль, 2 коробки окорочков этих буш, вот эти ножки буша. Я приезжал на дачу, и я месяц там, я жил как король. То есть этот спирт рояль мне приносили там огурчики, помидорчики, зеленый лук, там все это такое, то есть за этот спирт рояль. У меня были эти окорочки, которые я там жарил в микроволнушке, которые это чудо техники, микроволнушка, да, ложишь окорочок, и через 20 минут у тебя хавчик, который можно есть, он вкусный. Это вообще, это, конечно, было 90-е, это, конечно, это было супер. Мне очень нравились 90-е. Походу вот в Секстон. Ну, насколько там вот часто ты тусовался в Секстоне в свое время? Или вот... В старом Секстоне, в новом ни разу даже не был. Вот, ну, который да. Новый сделали. А в старом, который сгорел, там было офигительно. Вот это, конечно, сцена за решеткой, вот этот деревянный пол, вот этот вот.
толпа пьяных панков, а все, ну, это было просто красиво, ну. Вспоминаю, ну, с ностальгией, что ли, с какой, с удовольствием. Вот этот вот старый Секстон, это, конечно, это супер, да. У меня 21-я Волга, это была с зеркальными стеклами, вот с оленью, вот с этой вот, блядь, на капоте. Ну, вообще, конечно, супер. А Волга, вот история ее, откуда она появилась? Ну, так, в результате там сложного замута там какого-то, в общем, она ко мне пришла. Вот, ну, машинка, конечно, я в нее мотор новый поставил, там все, все ее облизал. Я бомбить, газовое оборудование поставил, я даже бомбить на ней умудрился, там пару сезонов бомбил на ней. Вот, ну, прикольно. Какие-то маршруты, вот когда бомбил, то есть ты просто выезжал со своего района или куда-то ездил специально там на три вокзала? Я просто ехал и все, и как клиенты, как чего. Это... Как вот было тогда без карт? Ну, у меня вот здесь вся карта. Москву все хорошо получается. Я карты могу нарисовать сам вот от руки. А были какие-то такие случаи, когда там привозилось подвозить каких-то криминальных людей? А, да, было. Как сели ко мне, говорит, поехали, говорит, это самое, там сейчас деда возьмем еще куда-то поедем. Ну, да, какого деда? Ну, не знаю, какого-то деда. Дед приходит, пушку мне раз в бок, это ПМ, что ли, хрен знает. Я говорю, ты что, говорю, дед, ума хуякнулся, что, говорит, ты мне тычешь, что, говорю, это сам. Говорит, вези, ну, говорит, поехали. Вот. Ну, не, ну, обошлось, ну, пристрелил, слава тебе, Господи. Вот, даже такое было, да, вот. А как вот вообще вот с криминалом, помимо, когда подвозил еще в 90-е, часто приходилось ли встречаться, общаться, как-то контактировать? Не, ну, естественно, те времена такие бандитские были, ну, какой-то криминал, да, где-то что-то со мной общался, там, что-то как-то там, они везде вот эти, у нас в гараже была туса бандит. Ага, где-то на районе? Ну, да, там... Там что-то, ну, как-то все там нормально обходилось, там с ними пообщаешься, там что-то им объяснишь, они меня даже там дрянью накуривали. Кстати, дрянь у них, конечно, не знаю, где они там ее растили. Ну, я там с трех тяг, я просто в точку ушел, я такой дряни до этого ни разу вообще не курил. Вот, у бандитов, вот что мне запомнилось, дрянь их, бандитская, конечно, не сравнить ни с чем. Слушай, майор, давай кон забьем. У меня дурь есть такая, лютая. Шишки киргизские. Не веришь? Совсем как там курили. Да тут и пыхнуть-то нормально, не с кем. Эти все ни болта не рубят. Ну, давай, майор. Ну, давай, браток. А ты ничего не видел? Ап. Заряжай. А вот выходили на тебя, может быть, какие-то люди из театра, из кино? Вот предлагали, может быть, какие-то роли? Вот Джабер в свое время, он снимался в фильме «Копейка». Вот я одно время достаточно плотно сотрудничал с центральными телеканалами. Вот, то есть это и... второй канал был телевидения, и НТВ, и РНТВ, и ТНТ, и все различные там. Достаточно плотно даже были времена, что я светился на телевидении там в среднем там два раза в неделю по федеральным каналам. Вот. Но потом как-то мне это надоело, я немножко от этого отошел. Вот. А в кино нет, в кино что-то как-то в художественных фильмах что-то как-то... А есть интерес? Или, может быть, был бы интерес как-то? Есть? Но это все очень сложно. Съемки вообще, это очень сложно, это очень тяжело, это
Все, я вот помню, снялся в одном сериале, это MTV снимало, «Пятеро в отрыве» называлось, там ток-шоу. Но это жесть. То есть в 6 утра у тебя такси бибичит под окном, тебя снимают там 3 там локейшена там за день, тебя снимают, в общем, такси тебя привозит в 3-4 там утра домой, и в 6 утра тебя опять такси бибичит. И вот так 5 дней подряд. Это, ну, это просто, это жесть. Это, я не знаю, какое здоровье нужно, чтобы это больше недели выдержать. То есть я вот так неделю поснимался, и не, господа, идите вы нахуй с такими нагрузками. Конечно, это все хорошо, все весело, но здоровье дороже. А как вообще вот здоровье? То есть ведь много народу, скажем так, не выдержало те времена, ни 80-е, ни 90-е, ни нулевые, даже вот и сейчас. Ну какой вон Децл ласты склеил, вон даже в наше время. С этих гастролей, это все, это очень-очень жестко все для здоровья. То есть это... Как отдыхать от этого всего? Как набираться сил? Ну, там, наверное, без вариантов. Либо ты в обойме и жертвуешь своим здоровьем, чтобы это все вот продвигать, либо ты просто тупо этим не занимаешься. То есть, получается, третьего как бы и не дано? Не, ну можно, конечно, тупо на коксе сидеть там или там на какой-то там химии стимулирующей. Но это тоже все до поры до времени. Организм же, он не железный. То есть, это, ну, плохо кончается. Ну, он Десл, 35 лет пацану. Взял, просто помер, бля. Вот такого режима, вот такой жизни. Вот, хотя он там ничего крепче марихуаны не курил, там ничего там, ну, жалко пацана, конечно, просто жалко. Вот сгорел на работе, мне это не надо, не хочу гореть на работе, я как-нибудь так, мне что-нибудь попроще. По поводу подростков, вот смотри, у тебя есть определенный жизненный опыт, вот самый разный. Что бы ты мог посоветовать не делать подросткам, панкам молодым? Ну, типа, пацаны, это, может быть, и не стоит на это даже внимание обращать, там, как-то... Есть такие вещи, которые ты бы мог посоветовать? Или каждый вот идет, как и идет? Советую не юзать синтетику. Не юзать синтетику, категорически не юзать синтетику. Вот. А все остальное там уже как бог пошлет. Ну, это совет и панкам, или вообще всем? Всем вообще. Всем молодежи. Всем, да. Я спрашиваю, вот, Иван Батькарев, нет ли у тебя желания написать мемуары про лихие 80-е? Сейчас, знаешь, вот... Желание-то есть, но возможности особо нету. А возможности что именно? То есть не хочется или как-то вот... Там... И не хочется, и вообще как-то еще. Может, не дорос сюда. Про зрение. Много вот, когда вот Сенцов, он сделал пост про зрение, много людей откликнулось, много людей и среди моих знакомых тоже. Вот как сейчас обстоят, спрашивают, как сейчас вот обстоит ситуация, нужна ли, может быть, еще какая-то там помощь или как-то вот со зрением сейчас в какой-то ситуации народ интересуется. Ну, огромное спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто мне помог. Мне это было просто очень надо. Огромное всем спасибо, кто это сделал. Сейчас, слава тебе, Господи, стало, ну, дыху полегче. Ага. Вот. Ну, а там как хрен узнает, как дальше будет. Еще, ну, не стабилизировалось ничего. То есть сегодня так, завтра так. Ну, непонятно еще. Ну, а какие-то, то есть еще у тебя какие-то курсы будут, намечаются там лечение, или все закончилось, или еще там какие-то будут этапы? Как вообще? Да вот? Тут и лечение-то, собственно, никакого никто не поймет, какое надо. Угу. Потому что, ну, дело все в мозгах, а мозги дело темное, никто не понимает, как что это делать. Вот. Лечение какое? Нормальный образ жизни, правильный. Правильное питание, режим дня, вот, и Бог даст, пройдет, а Бог даст, не пройдет. Короче, как получится. Пока ничего не понятно, пока еще все в процессе. Вопрос тоже задаю такой. Ты вот больше фаталист или
вот как-то, ну, вообще, вот твое отношение к судьбе, к жизни. Фаталист. Вот, фаталист. Как будет, так и ничего не сделаешь. Ну, да. Да. Много вопросов по поводу чувства гармонии. Как достигать этого, как ты себя ощущаешь в гармонии с окружающим миром или с внутренним миром? Слушайте, господа, Иван Севастьянович Баха, и будет вам гармония. Программа «Из глубины».